Dreams показывают или типа того. Блин. Бежим смотреть. Анонизаурус, сделай громче себя. Доброе утро. Это очень тихо. Я не могу с тобой громче делать, мне, наверное, нужен микрофон орать просто. Может, поближе, не знаю. Да, доброе утро. Как там был PC Gaming Show? А, нормально, мне кажется, лучше, чем... Ты чем все, кроме Bethesda. Единственное шоу, на котором показали Хитмана, поэтому... Да. И вопрос. Не, ну, гораздо лучше, чем у Square Enix, и, мне кажется, даже лучше, чем у Ubisoft. Ну, и точно лучше, чем у EA. Только что 2 часа почти, а так. Нормально, нормально. Я читал, короче, сейчас в Твиттере, фоточки смотрел, там Sony будет... Короче, журналистов вводить из комнаты в комнату, там как-то все обставлено, они не будут сидеть, будут так ходить и смотреть, прикольно. Тут же написано «Will begin shortly». Ну да, я думал, что это как бы начало, а это типа вот, ну черт знает. Ну, видно, что как будто в Dreams сделано, да, это все? На Ютубе отстает где-то минуты на две видео. Включай на Твиче. Закрыл. Ну теперь, наверное, будут опаздывать, да? Раз так включили эту штуку пораньше. Теперь... Что ну, это вообще происходит? Сделал себе ирландский кофе, чтобы бодрее быть. Ну, какие-то маскоты же из типа PlayStation Campus, PlayStation Home или как это называется? Ну да, вроде того. Ну там они по-другому выглядят маленько. Короче, смысл в том, что в утечке Walmart были все игры подтверждены уже, кроме Borderlands 3 и Splinter Cell. То есть покажут на Sony, хочешь сказать? Ну хер знает, ну как бы... Какой смысл в утечке вот там всех этих игр, да, и две из них не показали. Черт его пойми. Утечка Walmart значит, что они будут в продаже, но не значит, что обязательно здесь. О, погнали. Чё-то субтитры тут, как бы их... А, вот все. Ну, с телефона вчера субтитры ну достали. Ну что, с Кодзимы гения начинают... Вряд ли. А, ну, видишь, они там собрались в какой-то странной вообще, в странном помещении. Hey guys. Good evening, everyone, and welcome. And thank you for making the time tonight to come to church. Ну вот, церковь Кодзима. This fulfills your obligation for the coming Sunday, for those of you who need to know that. But thank you. Thank you for coming out. It's great to see the congregation as large as it is tonight. Какой-то, короче, культ PlayStation. And for those of you who may be a bit apprehensive because you remember that movie Kingsman. Нет, нет, я не смотрел Kingsman, точнее. Не хочу думать про это. Thank you. And as you can see from this evening, here again at PlayStation, we've decided to mix it up a little bit in the way that we're doing our E3 presentation this year. You know, we look at what the stories have we tell to tell and the things that we want to impart to our fans here with us and their fans on the live feed worldwide. And that changes our design ideas around what we can do for this show. So tonight, we're going to have, rather than a bombardment of new creative, we're going to take all of you on a journey deeper into some of the key titles we've talked about before, but we're going to talk about them in a different way tonight, a deeper way, so you can learn about what's going on with these games походу не показывалось. Анонсов не будет. Особо. Глубже. Ну хотя бы на АК-3 на этом договорились. Там говорят, это для ПК анонсировали Якудзу. Да. Можно уже. Вот это прям подгончик отличный. Yep. And things they want to show you, and places they'd like to take you. That's what we're trying to do here at PlayStation. This coming year is going to be all about those kind of games that we can deliver to you in a way that's going to blow your minds. Шон, давай. And tonight, we're beginning here in this tent, this church tent we've created here in Los Angeles to let you start that journey with us. Put Shebekin там, наверное, нахуевает просто. The next hour or so. Что вы городе, чего тут устроили, да? And my unique privilege
to invite to the stage, introduce to you Gustavo Santaolalla. Густаво Сантони. А, не уверен, кто это. Ну да. Это чувак с банджо. Музыкант. А когда-то целый оркестр у них играл. Деньги закончились. Не, ну это Last of Us, да? Сейчас начнет тему Last of Us играть. На банджо? Да. Конечно. Суровый такой банджист. Опять шуточки про Деспасито 2. Сколько можно. Боже, даже мне надоело уже. Не, ну это 100% Last of Us, только я не понимаю. Может игру показывать, блин. Неспроста же они в сарае. С другой стороны, я помню, так Diablo 3 анонсировали. Вышел на сцену, значит, чувак с гитарой начал играть тему Тристрама. И потом, опа, Diablo. Если и Sony ничего нового не покажет, то как-то совсем печально получается. Но будет лучшая презентация у Bethesda и PC Gamer Show. На самом деле, без всяких шуток, те, кто сейчас слушает там записи и так далее, PC Gamer Show вышло вполне там получше, чем у Ubisoft, и уж точно, чем у EA и Square Enix. Это Густаво Сантаолалья, аргентинский музыкант, двукратный лауреат премии «Оскар». И он же писал саундтрек Last of Us. Ништяк, да. И как говорит Википедия, Last of Us часть 2, 2018 тоже он. Ну да. Во-во-во, Подшибякин уже пишет, почему у Сони Борис Гребенщиков на балалайке играет. Я тоже хотел сказать. Окей. Слушайте, ну продолжается. Есть горы золотые. Как я бросил играть. Атмосферненько, наверное, там в зале сидит. Они все стоят, они даже не сидят. Серьезно стоят? Да. Шикарно. Слушай, канделябры стоят, а свечки даже не зажгли. Сейчас появится этот, зажгу. Режиссер, два актера и гений. Имена их забыл. Соня такая, нам вообще похеру. Мы и так. У нас и так игры достаточно. Я надеюсь, она сейчас идет, и они ничего не скажут вообще про Last of Us. А теперь идем в другой павильон. Напомните мне, когда она должна выйти? В следующем году или в этом? В этом уже сказали. Вроде. Ну, по Википедии в этом. Ой, смотри, прям такая же, прям такой же павильон в игре. Вайфу, да. Блин, до чего у них у всех вот этих персонажей лица живые, блин. Не, ну за столько лет, конечно, Naughty Dog научились. Это же чувак из Walking Dead. Да? Ну не, ну похож на этого. На расист. Азиата. Ну слышь, ну реально похож. А эта баба на Эллен Пейдж похожа. Поэтому чё? Уже начинаем? Уже да. Чё у нас? Я тут изучаю виртуальный environment, virtual desktop. Прям очень интересно. Ну то есть типа это как приложуха, которая позволяет тебе взять десктопное изображение и закинуть его в шлем.
на виртуальный, соответственно, типа экран. Вот. И, ну, стало быть, в ней есть виртуальные инвайрменты, где ты, собственно, на этот экран смотришь. Вот. И есть какие-то там штатные встроенные, но поскольку она стимовая, через этот самый, через воркшоп, соответственно, народ загружает свои инвайрменты. Вот. И ты, то есть, типа, весь user experience такой, что ты просто вот берешь, тыкаешь воркшоп и листаешь список инвайрментов, нажимаешь на понравившийся, и вокруг тебя все меняется. Эмоции на экране. Эмоции. Что у вас? А вы там уже что-то смотрите, что ли? Ну, так тут уже девчонки обнимаются, ну. Что же мне сказали, я тут рассказывал. А у меня все остановилось. Клиффхенгер. Это что, Бион, что ли? Да, это ваш класс. Бля, все, бан. Извините, извините. Не, ну какие-то танцы, я не знаю, что... А где эти... злые грибы? Это что такое, у меня летом есть? Вот эти злые грибы, это мы. Злые грибы... То есть это Mario Odyssey 2. Злые грибы за стеной. Пич. А, Last of Us, господи. Да, я думаю, что это голос... Проснулся. Ну так я же не смотрел это ваше. Вот так вот, значит, в трейлере, да? Все, игру запретили в России. Хорошо. Вот так, короче, цифровое сопротивление рождается. Unreal Engine. И звук такой хороший. Какой Unreal Engine? А иди еще раз проспись. Нет, это не Unreal Engine. Это же ночь, это тоже свой, у них свой. А, я просто только что смотрел демки Unreal Engine с прыщиками. Я же говорю, на иди проспись. Вот это переход. Геймплей пошел, да. Ну, все еще грибов нет. Ну, тут видишь, как в этом... Как в Dying Light 2 акцент сместился на еще больше на людей. А зомби и грибы так, на периферии. Я не понимаю тогда, вот эти они делают Days Gone. В чем, блин, разница по сеттингу хотя бы? Почему не сделать это в том же сеттинге? Ну, там реально дофига зомби. А здесь там же толпы прям, толпы-толпы. Здесь было мало грибов, где кончились. Да, здесь как-то... Просто, по-моему, там тоже акцент на людей там. Во всех трейлерах тоже какие-то люди. Не, ну там реально там толпы зомби. Ну это я видел, да, ну. Могли бы, блин, реально, ну, написать полстраницы про то, что грибов... Не, ну что, не похоже, Игорь, я согласен, да. Ну, это как-то у вас слишком... каналы перепутаны стерео или нет? Или это у меня наушники так? Перепутано, да? Да. Да, ворона улетела и полетела в левый наушник. Да, Sony Productions. Ну, ну можно наушники как бы повернуть, да? Перепутать быстро. У меня к шлему приделано. Не сложно. Блин, это было уже в прошлом. Надо написать. Не, было похоже, но не это. Ну да, я да. Я был уверен, что конфа еще не началась. Ну все, завтра начнут опять статьи писать про то, что, блядь, нам показали Last of Us и такое все кровавое. Как у нее рюкзак сквозь папоротники проходит. Специальный клип еще, Серега. Да. Татонка клиппинг enabled. Вот интересно, в первой части были какие-то намеки на ориентацию, или это они придумали? В DLC было. В DLC было, да. А, ну, окей. Да, кстати. Да, прям в сердечко. Ну, почти как Хитман, но нет. Монетку-то нельзя бросать, да? Монеточку? И здесь тоже критика. А что здесь с искусственным интеллектом? Да, ну, все как всегда. Наверное, ветер. Она в 2 метрах от него была. И они стояли лицом к другу, нет, он, блядь, ее не увидел. Ну какого хера? Нет, появился индикатор, короче, какой-то начал гореть, наполняться. Наверное, слушай, просто... ты что, в игры 20 лет назад последний раз играл? Сейчас везде так.
5 секунд это должно пройти, чтобы тебя заметили с любой дистанции. Ох. Началось. Там убийство детей, что ли? Ну, она уже как бы подросток, как минимум. Не, а, это женщина просто. Окей. Какая разница? Что такое, весь экран в кровище сразу. Бой! Это знакомое место в первой части. Релиз локаций? Оо. Но. Она ушла в траву. Да, да, да. Хрен найдешь ее теперь в этой траве. Наверное, просто ветер. Светает. О, да. Не, я все-таки считаю, они должны показать грибов. Я хочу большого какого-нибудь грибника. В первой части были такие здоровенные. Not bad. Сейчас кто-нибудь ее спасет? Нет? Ну, QTE спасет ее. Дурак он, конечно. Интересно, а здесь также будут immersive break, как в первой части, когда ты все, как в концовке первой части, точнее. Immersive break тут уже достаточно. Тут, по-моему, в нее пару раз попали с огнестрелой и пару раз попали стрелами. Она еще нормально бегает. То есть... Да, сейчас только что огнестрелы зарядили, да, это из огнестрела попал. У нее что-то торчит из руки. Стрела, надо думать. Кусок, да. Ничего важного, это и не из колена. Пока не из колена торчит, все нормально. Как только будет из колена, там появится тот город и засудит все. Ну, а теперь у нее есть стрела, она может, а нет, не может. Как в Far Cry лечится. Угу. Он какой-то здоровый хер. Куда же она делась? Это точно, короче, АИ. Не, ну слушай, ну... Не самый плохой АИ, на самом деле. Она убежала в траву даже, сказал. Угу. Зашел такой, вот прям стол стоит, за которым это она может. Же... Это же презентация на E3. Чуваки, что вы спрашиваете за... Будет даунгрейд АИ? Нет. Тут, ну, все тут срежиссировано до мелочей. Интересно, это дядька умер от стрелы в грудь, в плечо. Да-да. Ну, будем считать, он легкое пробил. Может быть, он просто умирал все это время. Сколько народу? Вот сейчас вот, да, сейчас не заметил, конечно, хорошо. Emergency crafting situation. Ёлки, вау, для себе. Damn, boy. О-о-о-о. Так, а все остальные. А. Прикольно. Ну выглядит прям, да, массакр такой реалистичный. Сочный. Где там этот тормозит? Вот уже вышли... все, бой закончен. Вот он. Ну ты знаешь. После пары огнестрела, двух стрел, как бы, и все остальное, удар молотком нормально идет. Так, добивать я его, конечно, не буду. Стрелу решил не тратить. Дичь какая. Блять, жестко как. Так. По-моему, как и в первой, ну, игре, чего вы удивляетесь? Просто в первой игре это был мужчина, как бы, субъект. А... Ну давай же за нее поиграть. Девчуля такая прям няшная. Ага. О. Ну все, PSN забанили окончательно. Она похожа на актрису озвучания здесь скорее, чем на Эллен Пейдж. Каких грибов.
окей. Кодзиму выпускайте. А, не, смотри, они все сели. Стульчики им принесли, что там они все стояли, да? А, нет, смотри, стульчики только впереди. Там лавочки, наверное. Да, типа лавочки, точнее. Я бы сходил такой вот. Лохо. И... That was a new look at The Last of Us Part 2. We're here live in Los Angeles at the PlayStation E3 Showcase. We're taking a quick intermission while folks move along to the next part of the experience. We'll have a little bit more to share on that later. And I am joined by my good friend, Ryan Clements. Hello, Mr. Schumann. How are you? I'm good. It's such a pleasure to be here at the PlayStation Showcase. And it's going to be a huge night for worldwide studios. Кто такой Райан Клеменс? When the showcase resumes. И что он хочет объяснить, как его там? Joining us about worldwide studios. Then the chairman of Worldwide Studios, Mr. Sean Layden. Good old shoe. Hello, good old sir. Yeah, good to be here. I thought you were just on stage. How did you get up here so fast? We created this pneumatic tube that I was dropped into and shot right across to the studio here. Right, yes. Over here. Well, it's, yes, good to have you here. Well, it's so great to be here. And I think I was a very powerful start for our E3 program for this year. That's right. There's much more to come, but I do want to zero in on The Last of Us Part 2 here just for a moment. You know, as chairman of Worldwide Studios, you work very closely with Naughty Dog. These guys need no introduction. Indeed. And I'm curious, from your perspective, where is their head at when it comes to developing this game? Where's their head at? I mean, they're everywhere. They're looking at what can do in the next iteration of The Last of Us series. Нет, это что-то professional grade. Of content was so impactful. I mean, the whole relationship between Ellie and Dina going into the combat sequence really shows that they're pulling out all the stops over at Naughty Dog, and they're going to have a very broad and ranging game that's not going to make you only work at it as a player, but you're going to have to just think as a person what you're coming up against. I can't wait to see more of that, and that was first gameplay we saw there of The Last of Us Part 2. Can't wait to see obviously your next game. And speaking of incredible, I mean, Worldwide Studios lately, I mean, it's just been unbelievable. Horizon, you had God of War, which needs no introduction. And Detroit Become Human, I mean, what is the secret, and what are you doing over there at Worldwide Studios? What's going on there? Лучше бы не. Right. A lot of ways, my job is just to move the boulders out of the road to make sure that creative talent can get where they need to go. You know, provide. Они, конечно, не знают, но у нас тут 4 утра. Generalized, you know, advice about where we can take this as an industry. Я спросил всего 3 часа, блядь. As a game developer, but honestly, we've got 13 studios worldwide. We try to give them as much creative control as possible and just help support them through to their vision. That's kind of what we're trying to do here in the last dozen years or so with Worldwide Studios. And I think right now, certainly in the PS4 era, you're seeing a lot of that coming into play right now. Kingston HyperX Cloud, fans happy. I mean, there's a question that I've been getting a whole lot, and it has to do with God of War. You know, this is a celebrated game. It's sold extremely well. It has a huge legion of fans. And one of the things I wanted to mention was, you know, I get a lot of tweets about New Game Plus. You know, is this something that you and Santa Monica Studio are evaluating for God of War? You know, it's crazy. With the advent of social media, we get a lot of real-time feedback. Ну, слушай, реально, в прошлом году он пишет, презентация Sony коротенькая, и почти ничего не говорили. А теперь что это? Ну, он же сразу сказал, что сегодня у нас по-другому, сегодня мы будем говорить. Ну, вот это вот, ты как будто, типа, пре-шоу или пост-шоу, понимаешь? Это вот не презентация. Это либо до, либо после надо показывать. А реально, ты представь, как там всю эту толпу журналистов переводить в другой павильон. Они, наверное, только еще начали. Их знает, ты думаешь, это в реальном времени? То есть они могли журналистов этих запустить пораньше, отснять это все? Не, они там твитят вживую. То есть вот это может запись, но я не уверен. Это может быть запись, потому что они только что ему у него спрашивали, как ты так быстро туда оказался, и все такое. Ну, не знаю. Вряд ли он там бегает туда-сюда. Ну, ходят они там в реальном времени, и это, конечно, удручает. То есть у них, ты хочешь сказать, несколько рядом стоящих сараев с проектом? Да, они сказали, типа, будут сейчас переходить в другое. А, судя по всему, дальше будут показывать Ghost of Tsushima. А, напишешь, что должна быть презентация.
презентация идет на час. Покажут максимум две игры. А также пишут, что в God of War появится New Game Plus. По-моему, они что-то только что про это говорили. Да, ну я не слышу этих хайтов. This year I want people to know that don't come here так, expecting to have some big Ghost of Tsushima new idea come out or some big surprise come out. Come here and sit with us and walk with us as we get through to see the background stories and deep inside of the games we're working on. Ну, Death Stranding, я так понимаю, последний павильончик будет. Я не думаю, что сейчас они уложатся. Ну, как бы уже 23 минуты. Не, ну может другие игры там не так долго, не будут целую песню на Bungie играть, а потом не будут только геймплея показывать. Не знаю. Так, а, кстати, дату Last of Us-то не назвали, да, в конце видео? Sean, thank you so much for dropping by. Always a pleasure to trade notes with the chairman of Worldwide Studios. It's great to see you guys. I'll head back to the pneumatic tube station then. All right, please do. And wear the helmet. Вариант расчехлился и пишет такие вещи, о которых я говорить боюсь. But in the meantime, we also have some other updates for you while we wait during this short intermission. So I say we kick it off with a look at the latest from the world of Call of Duty. Что? Нет. О, да. Скорее, это важно. Что важная это? Игра. Call of Duty. Да. Yeah. О, боже. Четыре карты заремачены, а? А, вы уже excited? О, да. Только мама. О, господи. Четыре мамки заремастерены уже. Я сейчас первый Black Ops эту карту, блядь, ненавижу. Как можно так просрать? С 15-16 год вроде было понятно, как делать пресс-конференции. В 17 году там чуть хуже, но тоже нормально. А это, блядь, что это такое? Как будто у них реально есть что показать. Ну зачем так делать? Это абсолютно пуля вообще. Ну не особо много, видимо, есть. Вот они решили стянуть. Ну сделали бы коротенькую. Ну как бы... Либо на них пальцем показывают. Black Ops 3 only when you pre-order Call of Duty Black Ops 4 from PlayStation Store. Call of Duty Black Ops 4 only when you pre-order Call of Duty Black. Что опять? Мне кажется, что должен в ускоренном режиме, как на радио, это все говорить. Лучшая улыбка. Да, бля. Good right. to have you guys back. It's yeah, good to be back. Friendly faces right before the showcase. Absolutely. Yeah, excellent. So I say we keep this moving here. And when it comes to Call of Duty, we know that a bunch of remastered maps from Black Ops 1 and Black Ops 2 карты, are making the way to Call of Duty Black Ops 4. Очень интересно. Вчетвером. Those maps, those classic maps, are coming to Black Ops 3 as well. For those who pre-order Black Ops 4 on PlayStation Store. Ух ты, оказывается, Black Ops 3 тоже будут карты, не только Call of Duty Black Ops 3. Well, that's where it gets a little more interesting, my friend. So, tonight, we are actually doing a surprise PlayStation Plus game drop. And that is going to be Black Ops 3. Когда Шон Лейн сидел в комментариях в Твиттере, что три чувака сидят и... Yeah, комментарий это awesome. E3 yeah, или конференция для лысеющих мужчин. Ну такое там мужчина, мне кажется. Еврогеймер пишет, что типа Паука выпустят в течение трех месяцев, блять, дату релиза вообще-то говорили, что там в сентябре он выходит. Напомнили. Mm-hmm. That's right. We had the countdown to E3, and that was five game reveals and updates over a span of 5 days. A lot of great stuff announced. Let's take a quick look back at the highlights. На что мы посмотрим? Я сейчас буду еще раз показывать. Лоха. А, то Tetris VR, то, что анонсировали до E3. Спасибо, Sony. О, Tetris VR. Вот это да, ребята, ну... Это еще выглядит как чертов ад. Не, ну визуалом. его делают круга. Студия, которая сделала RS Infinite, круга. Так что палец вверх. Я сейчас как-то это подождите, это же Left 4 Dead был. Это Days Gone. Нет. Days Gone, да. Игра, которую показывают, простите, 2 года уже. Ну да, так а че, в принципе, запускаешь любой дженерик зомби-симулятор с шутингом и вперед. Не, они там сильно обижаются, у них прям не такое, как у всех, не такая игра. Dishonored от симуляторов зомби-шутера. А, нет, же, Dishonored.
Flippin' Death. Ну, это от создателей Flippin' Death. Да, Ghost Giant. А, во, вот это хит, конечно. О, Beat Saber. Я вот не уверен, что я могу такое сыграть, честно говоря. Ну, там же есть попроще левелы, наверное. Ну, такое. Какой-то фампер. Ну, такое, блядь, если они сейчас еще раз покажут вот этот вот стол. Да. Я выключаю стрим. Нет, просто. Они половину стола да. Покажут. Хорошо, ладно. Я даже включил environment со звездочками. Сарай побольше. Так. Все, выключаю стрим. Классно. Я могу про девушку рассказать. Про девушку рассказывай, конечно. Это Мэрилит Малинари, американская модель и ведущая телешоу. Известная Игорь Владимирович, а вы откуда такие слова-то знаете? Твич умер, блядь, самое подходящее время. Нет, я нажал F5, нормально. Я пока не готов нажимать F5. Нет, не все нормально. Начинай, там что-то началось. В чате Твича тоже все пишут F, значит, у них тоже все плохо. Нет, пошло нормально. А, нет, стало. Не, я F5 не нажимаю, Да. Еще один Warframe. В смысле? Покажите мне. Ладно, я сейчас где тут найду? На YouTube, что ли? У меня на Твиче идет. This franchise boasts a huge loyal community of nearly 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that so much. A lot. О, на YouTube отставание, конечно, глубоко. Может, все-таки на Твиче удастся? Что-то блин, на Твиче вообще сдох. На Твиче сдох стрим. Рендерный ролик. Зя, есть же Twitch. Может, Twitch работает? Давай посмотрим. Там что-то показывают. Трейлер какой-то. Крипы, короче, убили одного из... Похоже на Destiny. Крипы сожгли родную хату. И вот дяденька желтыми глазами идет, или это женщина, или... Нет. Это Destiny. Не ассюмим гендеры. И да не ассюмим, не ассюмим будешь. Destiny 2, Forsaken. 2, так 2 же уже было. Not actual gameplay. Not actual gameplay footage. Не, да, надо же напомнить, конечно. That was a powerful new look at Destiny 2. Forsaken is coming out September 4th on PS4. A lot of great enhancements and content for that one. And Господи, ну давайте уже Ghost of Tsushima. And guess what, if you're at E3, you can play it. Что не пролезает. Полчаса прошло, одну игру показали, которую мы уже знаем. Thank you so much for watching. We've got a lot more in store tonight. Говорит, a lot more in store tonight, у вас осталось полчаса. Lot more in какой store у них? NPSN? Сука, еще один музыкант. Понятно, почему у них так много не играют. Господи. Какой-то неаутентичный японец. Но зато Сикухати у него это аутентичное, сделано из корня бамбука. Они делают столько из прикорневой комлевой части. Поверю. Потому что, ну, соответственно, там дерево самое плотное. Ты видишь, там вот как раз на раструбе у него такие венчик такой, это вот корешки как раз бамбучные. Вот. То есть из просто ствола Сикухати выходит неправильное, потому что она, ну, дерево слишком мягкое получается. Вот. А прикомливая часть, она твердая, поэтому... И как прикомливые части отдельно продаются и стоят диких денег, ну, более диких денег, чем обычная часть бамбука. Ну, почему он не японец? Ими торгуют, соответственно. Японец, японцем может быть только Кодзима. Кстати, у него странное что-то. 5 дырок на Сикухати. Культурная вариация. Я один замечаю прыгающий фреймрейт вот на этой гигантской хуйне. Ну а как ты хотел? Знаешь, какое разрешение на этой гигантской хуйне? И все это... Literally on game... Это, наверное, не на PlayStation не показано.
real-time footage in-game engine, что-нибудь такое. Черт, я представляю, каково сейчас под Шебякиным. Мне еще нормально тут. Ну, у него-то не 4 утра. Но... Ну, в общем... Кстати, я так понял, не показывали же RDR вообще не... Может, нет, не показывали. Должны же по-любому показать. Конечно. Я уже ни в чем не уверен. То есть, они тут, может, еще две игры показать успеют такими темпами. А, блять, почему у меня напало на... Rockstar просто скажет, типа, что такая зашкварная конфа, что они не будут показывать на ней. Да, Rockstar сказали, что типа, нам рассказали планы значит, на конференцию, мы подумали, что мы в этом цирке участвовать не будем. Да. Ладно, геймплей Ghost of Tsushima, наверное, сейчас покажут, да, или что? Да. Это был Корнелиус Бутс или кто? Я что-то нагуглить не могу. Да вроде даже не объявляли, кто это был. Просто вышел мужик и сыграл. Может, его и как бы и не должно было быть по плану, как бы. Выйду. Так, а напомните, кто, какая студия это делает? Вечером в поле с конем. Какая студия делает? А. Так. Это что? Sucker Punch, точно. Мы в закат с коняшкой пойдем. Монгол инвейжен. Извините. Это почему-то смешно. Чёртовы монголы! Господи. Монгол инвейжен. Ну ладно, слушай. Слэшер со вкусом Монголии. Это же интересно. Какая камера. Это прикольно. Но это стелс скорее тут, а не экшен, по-моему, да? Окажется, что это Walking Simulator вообще. На да. Самом. Ну красиво, красиво. Окей, чуваки. Молодцы. Ну, прям да. А теперь как это будет идти на PS4? Поля Отсона. Мне кажется, вот этот вот не японец с японским, значит, духовым инструментом, это новый культурная апроприация и вообще бан. Да, надо его обвинить, белый с гендером. Вообще, где Саркисян, почему-то белый гитар, почему-то белый мужчина, где... Я вчера читал комментарии Саркисяна по поводу какой там, по поводу киберпанка, например. Я вам не советую, в общем. Почему в монгольском нашествии нету негров-монголов? Что это за вообще... Ладно, не разгон, смотри, какой поп-ин. Травы впереди. Поп-ин, травы впереди. А, я понял, о чем это. Да. Каждая травинка сделана с думкой у вас. Посмотрели на Ведьмака и сделали Ведьмака в Японии. Ну, не вот пока. Ведьмаку-сан. Плотвачан. Может быть, он не в Японии на самом деле, с чего вы решили? Может быть, это все монголы? Ну, может, и не стелс. Да, это степи Монголии. Так, а, окей. Ну, они еще говорят по-английски. Да, говорят не по-русски вообще. Все, сейчас и уходят. Стендов. Блядь, да он самурай такие. Ой, нифига себе. Самурай. Самурай ебаный. Голос нет, говорит, по-немецки говорю. Ну не знаю. Ну прямо For Honor. Что-то это на геймплей. For Honor, кстати, бесплатный, да? Я в геймпа прочитал. Да, в Телеграме. А это платный For Honor. Что-то как-то да, UI никакого нет, как-то очень скриптовано выглядит, на самом деле. Ну в смысле, будет ли так в финальной игре? Конечно, и трава будет вот такая же в финальной игре. Бой! Ох, нифига себе. Матриархальная
The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. Шею бы им рубануть. Эксперты по убийствам вообще. Вот, может, можно, значит, наблюдать за разными уровнями анимации, как было в демке Last of Us и как здесь. Здесь прям на уровень ниже, короче. Слушай, ну зато здесь графони-графонистые. Цвета прикольные. Стильнее, да, как-то типа, сочетание. Ну, да, но я имею в виду, что вот можно понаблюдать за качеством работы аниматоров на примере. Ну, понимаешь, одно дело, когда ты аниматор, который делает плующихся девочек. Не, пою, и вообще как персонаж двигался. Здесь все анимировано руками с любовью, короче, а там бездуховно, это motion capture. Ну, это тоже может быть. Ну, там motion capture от аниматоров, которые... Не только в этом дело, короче. Которые любят свою работу, понимаешь? Вот ты бы стал любить свою работу, если бы тебе надо было просто грязных мужиков анимировать день за днем. Грязных монголов. Грязных монголов, тем более. И этот лошадиный джанг, болтающийся при скачке. Вот, как бы, понимаешь, что ты анимируешь вот это говно. Это уже в Red Dead Redemption, да. А там, понимаешь, анимируют девочек целующихся. Конечно, если ты наанимировался целующихся девочек там, и все остальное получается хорошо. Ну, Sony точно будут опять обвинять, значит, в том, что она слишком кровавые игры показывает. В смысле, слишком кровавые? Это же не Prototype 2. Ну да, ну Prototype 2, он просто глупо кровавый, а здесь типа... Осмысленно кровавый. А здесь 9000 IQ кровавый, да. Гор такой, типа мрачный, землистый. Землистая кровавость. Ну, они могут прилизу заменить просто на пурпурную. Маслину. Твист. Да. Так, так, так. Матриархальная модем. Если мы драться, монголы побеждать. Типа того. Играет тема из Snake Eater'а. Я от тебя драться не буду, я тебе только ебало начищу. Чёрт узкоглазый. Да, все будет хорошо. Ну, короче, в итоге в конце монголы просто не доплывут до Японии. Спойлер. Да? А там это, когда все сожгли там, да? Что-то такое было. Нет, когда ветер, как это называется, два тайфуна прошли, и монголы идеально время выбрали, чтобы прям в тайфуне поплыть. Да, точно. Time to leave it all behind. Нет, это другая песня. Но зато прикольно листья разлетаются. Можно просто бегать и разлетать листья, прикольно будет. Да, кстати, только одними этими листьями игра уже лучше вас Last of Us. Ну да. Не знаю. Да. Вот если бы музыка здесь была как в драке с Сэмом в Metal Gear Rising, тогда да. Если бы музыку здесь играл тот мужик на секухате, то было бы прикольно. А вот он. Так, это монголы пришли. Что-то загорелось. Загорелась краснота. Загорелись фанаты Xbox'а. Не, там под Шебякин там точно подгорает. Шашку свою возьми. Нет? Да. Теперь она живот себе порежет, а он и голову отрубит. Да. Наверное. Нет. Нет, надо сначала всех монголов перебить. Хорошее видео, но сейчас же опять будут 10 минут показывать стол, да? Слушай, ну ради таких видосов нормально. А на Microsoft вон там почти ничего не показывали, зато показывали видео от других. Ничего. Лохо. Хороших игр столько же было. То есть вот прям, не знаю, прям я, может быть, даже и поиграл бы в Last of Us 2. Это... Ну, это Dreams, наверное, да? Ладно, вы будете смеяться, но я, actually, эту игру уже несколько лет жду.
Guitar Hero. Да, наверное, да, наверное, хорошая игра будет. Что это, Берримор? Это Dreams. Это как его называется? Это... А это может уже и не Dreams, не знаю. Это уже не похоже. Что это? Ну, не Splinter Cell. Mirror's Edge 3. The oldest house. Что у нее там прям пульсирует ствол в руке. Mm-hmm. Remember Me 2. Чё-то никто не знает пока. Mass Effect 4. Death Stranding, нет. Может, Quantum какой-нибудь Break, но нет, это не то. Ну, короче, по стилистике напоминает немножко Remember Me. Нет, Quantum Break, блять, это новая игра Remedy, может, типа P7, ну, которая. Да, Quantum Break, он же типа вроде Microsoft'овый матч. Ну а Remedy потом с Microsoft'ом развелись. Я тебе говорю, это новая игра Remedy, походу. Ну да, типа. Я не удивлюсь, если это. Если... Частички, там большое количество частичек. Ну вот, собственно, уже больше, чем у Microsoft, да, ну короче. Прикольный такой прям, типа, камерный цвет коррекшн. Цвет коррекшн, да. Помните, была игра PsyOps, по-моему, называлась? Ага. Да-да-да. Контрол. Окей. Чье, скажите? Контрол. Remedy, да. Remedy, отлично. Ну, я надеюсь, что это не эксклюзив, чуваки. Выглядит как Quantum Break, только гораздо интереснее. Ну да, да. Без сериала. А это что? Без резиновых еблетов. Это игра за мышь. Ну. Этот VR. Ghost of a Tale. Ghost of a Tale 2. Они решили, короче, дальше второго павильона не идти. Это, наверное, был главный павильон. Они из церкви пришли просто в павильон. Это, пошли. Короче, это Ratatouille Dark Souls Edition. Skaven confirmed. Так. Воу-воу-воу. Что-то мышь как-то в неловкую ситуацию попала. На Death Stranding тоже не похоже. Это действительно глупая мышь. В жизни они тарят его тещели. Да, похоже, что игра Remedy, ну, мультиплатформенная. Просто ну, ее тут показали. Да, хорошо. Блять, мышку убили, сука. Петра. Что это за... Еще одна игра про зомби. Сколько можно? Dead Rising? О, господи! Подожди, какой Dead Rising? Ты еще ебнул? Шучу. Dead Rising у Microsoft. Че у него? Это Resident Evil? Resident Evil, твою мать! Ебаный. А, так это ремейк второй части, йоу. Это же ремейк, который давно анонсировали, да? Да, ремейк второй части. Не делаю мою ошибку. Ну вот смотри. Суни первые полчаса что-то как-то... Сразу тормозили, а теперь прям... Где они тормозили, то Last of Us же показывали. Ну, а потом после Last of Us 20 минут ничего не показывали. Ремастеры и картли Call of Duty. О, да. Надо же куда-то всунуть ремастеры и картли Call of Duty. Ну да, в конце точно никто не будет смотреть, а? Ну да, да, типа... А ремейк, по-моему, ремейк второй части Resident Evil тоже для мультиплатформы, так что все хорошо. Как красиво, классная, да, господи. Да, классные материалы. Ну, это же на движке, наверное, последнего Resident Evil, да? Похоже на то.
Ебой. Ебой. Я прям не знаю. Даже хейтить нечего пока. Из МТЛ. 25 января. Шик. Сорсом. Найс. Ну потом еще нужно третий сделать. Нужно ремейк третьего обязательно тогда уже. То есть что, опять толстый мужик сидит в первом ряду, ну? Раньше сидел в левом. Я реально, походу, в другой павильон не пойдут, передумали. Что? Зачем, блядь, была нужна эта идея с переходом из первого во второй? А, не, я знаю. Это типа вот это главный, а в конце еще будет третий, и там будет Death Stranding. Это что? Не, ну это точно уже Dreams, да, нет? Happy Few уже был. Да, скорее Dreams. From Squatch Games and the co-creator of Shadow. Нет, это VR какой-то. Hey, what's up everybody? I'm Bathtub Guy, and we're here at E3 to take some looks at this new game I'm about to show you right now. Trover Saves the Universe. От Дэна Хармона и этого самого. Что это за. Да. Это Дэн Хармон и Джастин Ройланд там со своими темами упоротыми. Ну нормально, че. Я до сих пор не играл, ни во что. Это все еще VR или уже какая-то у них просто игра? Ну там просто уже, знаешь, это же Дэн Хармон, там сломы четвертой стены, пятой стены, шестой и восьмой. Это Морти? Это голос Морти? Ну да, 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 да. Так, прийти, и тот голос одного чувака. Дэн Хармон. Не, по-моему, Ройланд озвучивает. А, ой, Ройланд, да. Я попутал. Traverse of the Universe. Justin Ройланд. Это VR. И VR, и просто 4. А Oculus почему не VR? А, потому что все исключительно плойка, да. Ну, в принципе, ок. PS VR у меня есть. Да, Control выйдет на PS4, Xbox One и ПК. Опять! 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 Принцесса Эльза! Опять Kingdom Hearts, господи! Покажите меч-ключ. Я опять забыл все шутки. Значит, можно ли романтик Рапунцель? Может, это же следующий Kingdom Hearts? Так, насчет такелажа, кстати, я вам могу сказать, что оно... Так, сейчас дерьмово отрендеренное. Да, дерьмово отрендеренное же. Пираты будут теперь в Kingdom Hearts из пиратов. Можно ли Кирунайтли? Ребят, можно ли Кирунайтли романсить? И почему так мало такелажа на черной жемчужине? И, кстати, блин, ребята, ну... Это... Найс. Выглядит лучше, чем Sea of Thieves, но хуже, чем Skull and Bones. Мне кажется, это не та игра. Ну, типа, палуба корабля, на которой нет ни одной веревки вообще. Забей, вон тут, ну, как бы магия. Играть, они магическим образом плавают. Ну да, действительно. Правильный прыжок. Это уже Just Cause какой-то пошел просто. Главное, что при этом какие-то 15 FPS вообще ни черта не понятно. Да, вот это самое шикарное. Да это нормально, это Kingdom Hearts. Surprising, isn't it? Jack! Don't you give this creep the time of day. Sora, stand down. What's the code? Так, а кто это озвучивает его? When said pirate offers to confabulate. Нет, нет. 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 Это не Джек Воробей, это какой-то подстава. О. О, это прикольный чел. Герак. Oh no. Stop. Farewell. Arendelle is safer with me staying up here. Как же ты задолбала со своими проблемами-то. Я слишком оверпауэрд, чтобы быть этой, блядь, принцессой. Вон Рапунцель не парится совершенно, и нормально все у нее. И волосы растут, где надо. Дональд крутой вообще. Мне нравится какой-то, да? Это вообще делили там кусочек Дональда в каждом кадре. Когда наступает абсолютная творческая сценарная импотенция, начинают собирать персонажей из разных юниверсов в надежде создать какой-то сюжет. Не, ну в Kingdom Hearts, чувак, там очень сложный сюжет. Ну, понятное дело, блин. Все нормально. Соединяешь принцессу Эльзу там с вот что это за аниме, я не знаю.
Окей. Давайте трейлер чего-нибудь нового. Новый трейлер чего-нибудь нового. Новый трейлер чего-нибудь нового. Не, ну, кстати, справедливости ради, Kingdom Hearts вот этот новый трейлер. Такого не было. О боже. О господи. Да. HD 1.5 ремикс, чуваки. 2.5 ремикс. 2.8? Yeah. Что за хуйня? Final Chapter пролог, понимаешь? Это же шутка была, да, про... О, блядь. PlayStation. В названиях, поэтому я в названиях японских игр вообще не пытаюсь даже разбираться обычно. Мне кажется, они сами не пытаются разбираться. Я в Твиттере про это шутки не буду. Дримс, покажите мне уже, господи, я... Не, я так понимаю, что вот это вот между играми будут показывать и все. Смешная шутка, взятая из Despicable Me трейлера. О, бой. О, боже! Неплохо. Теперь еще жопу показали. Так. Это тоже будут показывать между трейлеров. Гений продакшн. ФГДС Калмы продакшн. Анимация на уровне. Привет. Так. What's your level? I've got the extension factor, but I think you got me beat. You can see them, right? No, but I can sense them. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. I can't help you with that. I make deliveries. That's all. Началось, да. Open World. Walking Simulator. Это геймплейное видео или нет? Ну, правильно. Похоже на то, да. Это первое геймплейное видео в истории? Да. Господи, это давай еще больше повесим. Это же не Норман Рид, это другой персонаж. Ну хорошо. Ну, кстати, вот так вот сапоги класть, это полный зашквар. Чувак, надо их сдавать один в другой и ставить вверх, короче. Сбоку это говно. Так, Ридус чувствует себя so dirty после Кодзимы. Ему надо плакать в душе еще. Пол игры. Ну я уже фанат. Пейзажи прикольные. Честно говоря, даже... это видео уже выглядит не так... не так необычно, как предыдущее. Как Kingdom Hearts. Но оно еще не закончилось. Я имею в виду предыдущее видео. Death Stranding. Хотя вон этим он... Что здесь происходит? Как бы до сих пор непонятно, поэтому... Ну, голуби летят на наши зоны, как всегда. Бум. И тоже сапоги прикорочены. Да, еще там они все крутят все больше и больше. Чемоданов. Короче, игра про собирание чемоданов. Это игра про доставку пиццы в апокалипсисе. А, ну да, кстати, он же что-то такое говорил. Блять, да, отрывание ногти. Это было пожестче, чем The Last of Us. О, нормально. Мадам, да, прям как в Hitman. Да. Give me your hand in rifle. Ну и что дальше? Так. Аллергия. Сыпь. Крапивница и немедленная смерть. У меня так от антибиотиков было. Ага. Я сейчас ничего не понимаю, но ладно. Ну так же было и в предыдущем трейлере, да. Год назад. Так и должно быть. Сейчас объяснят. Гений. Не, ничего не объяснят, я думаю. Так. Естественно, на самом интересном месте у меня сдохла винда. У неё хороший прикид. Ага. Он тут тоже хочет пиццы.
Они пытаются спиздить чемодан Ридуса. Но Ридус никогда свой чемодан никому не отдавал там. Не, ну ладно, если честно, как бы, ну прикольно смотрится все равно. Но это уже нихера не геймплей. Ну, как бы да, но все равно прикольно. Типа, супер необычно, есть какая-то история, в отличие от всего остального трошняка, который мы смотрели до этого. Где, типа, повторение франшизы, типа, все ровно то же самое и все такое. Че там опять 4 что этих Psycho-Mantis летают, да? Их, по-моему, больше не вижу. А, они еле-еле видны, там были такие полупрозрачные. Вот это зон. Вот это да, да, дизайн, чуваки. Deus Ex прям так прет. Remember me, вот это все. Сумка у нее, походу, невесомая вообще. Она просто чек. Она, может, сама не существует. Ну да, это тоже, может быть, нельзя исключать. Ну, короче, я, как бы, калму, конечно, срать ебал, но это прикольно. Ну, все еще не ясно, что надо делать в этой игре, но да. Да не важно, ну, как бы, есть какая-то необычная история. Это уже само по себе неплохо. Да. Вряд ли там, как бы, совсем уж аннигиляция, знаешь. Он ее делает для PlayStation 4 или для нового? Не анонсировано. Ну, я так понимаю, что все-таки для четверки, да, потому что раз уже показывают это все, как бы, вот это вот надыхать, наверное. Да, знаешь что. Потом сделают это порт на Next Gen. На том же DevKit'е, на котором делали просеку хате мужика травку рандолей. Пошло дело. Что, блядь, за хуета? Я сейчас вот... Мне пришлётся, по-моему, уже мои слова. What the fucking... Так. Ну вот это геймплей, да? То есть находитесь везде. Вот это геймплей, блядь. Вот все, что увидели до этого. В японской игре нужно было ходить и светить на призрака, чтобы их увидеть. Каждый? Каждый, да. В принципе, в каждой японской хоррор-игре. Ну да, всякие там с камерами уже все приколы. Не, ну это необычно, опять же. Необычно, вследствие этого прикольно. Тут примерно так. О. Так. Опа-па. Нефтяные черти затащили Ридуса к себе. Ридуса показали. Все еще не ясно, что тут будет происходить, да. И это режиссера. Так, ну я обещаю, что Кодзима выйдет и расскажет еще. Мне кажется, о, господи, что? Класс. Червячочки? Найс. Нет, там какие-то, типа, маленькие дети-червячочки. А это же, кстати, тоже какая-то актриса, да? Да. Вот Лео Сидо, я не знаю, как это прочитать. Или Линдси Вагнер. О, Сидо. Ля Сиду. У этого трейлера тоже много концов. Не, мне кажется, что будет какой-нибудь типа экшен-адвенчур, наверное, линейный. Ну как это, бля, охарактеризует, ну, как бы, очертишь жанр. Какая разница? Конкретно, что будет в игре происходить, не расскажите. Типа да, вот, вот история будет в игре. Вот. Как в Джорни там ползаешь. Да не, мне даже история. Я, ну как бы, я не надеюсь, что Кодзима там напишет что-нибудь вменяемое, но интересно, как нужно будет на кнопки нажимать просто. Ну типа. Так, это что такое? А Кодзима где? Должен рассказать. Нет? А, это Shadows. А, подождите. А, нет, Team Ninja. Shadows Die Twice, нет? Нет, Team Ninja это же Nioh, то есть Nioh новый, или там DLC. Сколько можно игр просмотреть? Лайкпак прямо вот все края. Конец восьмого поколения консоли это игры про самурая. Что за... Nioh 2, наверное, я не знаю. Да. Да. Шикарно.
Наверное, я надеюсь, если они там систему лута поправят. И... Здесь в ладоши хлопают, наверное, еще Кодзиме, потому что они забыли ему похлопать, как резко пришлось. Блин, у меня все это время чай стоял и мерз. Ну, аналогично. Уи. Следующая игра. Ну прям. Так что, чуваки, прям... уже лучше, чем Microsoft или как? Да, ну не, ну лучше, да. Лучше даже, чем Ubisoft. Даже получили трейлер. Вот, так вот. А лучше, чем Bethesda? Ну, естественно. Ну, не знаю, ладно. Да. Ну, это ты что? Просто, тебе просто Doom зашел. Так это вам Death Stranding так понравился? Да. Death Stranding, ну, как и в предыдущие два года, ни хера не ясно. А, Spider-Man. Паучок! Spider-Man? Spider-Man. That's whatever Spider-Man does. Да. Can you climb it on the fence? Или как там было? Yes, he can. He's Spider-Man. Что он, мне кажется, соплю через лопасть. Ну, такие комиксы наверняка уже узнали этого Электро? Злодея. Шокер? Электро? Да, Электро. Это же этот, которого негр играет синим шоком. Электро. Сейчас Спайдермен. Дарк Сасуки. Дарк Сасуки. Зачем? Типа, че? Блин, мне так нравится дизайн его костюма, просто офигенный. Да, незаметный такой, с белым паучком, вместо черного паучка. Так, подождите-ка, Электро был негр в фильме. Ну, фильме. В фильме уникальный, ноющий Человек-паук. Тут, кстати, в этой игре показывали лицо Человека-паука, может, он негр? О, да, может быть, он женщина. Да, вот это такой ауткрай был бы в интернете, я бы на это посмотрел. Да. Кстати, геймплей раньше показывали такой? Да. А, подожди, нет. Такой нет. Пойду, такой нет. Ну, в плане, там теперь было теперь больше полетов, да? Ну, типа, как это тот же самый Spider-Man, который был, типа, всегда. Просто графония натянули немножко, а так... Нет. Ну чё, типа, блин, бьёшь группу врагов, пока они не закончатся. Я в такой, по-моему, играл в 2007. Ну да, ты раньше, по-моему, даже был. Ладно, Спайдермен, вот. Спайдермен. Милый. Типа, блин, охрененно просто... Сюрприз, о чем он? Кодзима еще не было. О, Скорпион. Найс. Вот это да. А гоблин будет-то? Паучье чутье, опасность. Не взорвался Скорпион. Не, это гоблин прилетел, да. Бомбу кинул. Правда? Нет? Ну, типа, давай себе больше... Скорпион просто бомбанул. Все враги Спайдермена. Какая классная боевка, какая зрелищная боевка. Вообще просто уникально. Да, ничего так. Это бэтменская боевка. Да, но только камера гораздо более активная. Я так понимаю, что... Какая нахрен? Если Rocksteady новую игру покажут нам, типа, про какого-нибудь... Ну, не Супермена, но другую, да? Должно быть так же. Это ж, типа, вообще все боевки в одной, как бы. Бэтмен там, God of War. Remember Me. Не, ну вот у него там в уголке комбо считается, типа сколько ударов. Remember Me совсем не то было. В Remember Me были комбо. Здесь можно по стенам. Игра по Спайдермену все еще выглядит хорошо. Как игра по Спайдермену? Ну, сама концепция, как бы, Спайдермена, она вот такая. А что такого? А чё, ну? Ну, типа, она требует... концепция Спайдермена требует инфраструктуры. То есть Спайдермен, условно говоря, в лесных условиях, это... Атака он Тайтан и все. А, нет, это Волчер. Вот. Прикинь, какого-нибудь Спайдермена в степи, как бы, вот и все. Ну да, но... Это же в кино было, что он, типа, через центральный парк бежал и такой... Лента, ну, лёд, что... Вот.
Ну, соответственно, Спайдермен требует инфраструктуры, как бы, как супергерой, ну, он просто типа, никакой. Ну, типа, он умеет вертикальный геймплей. Супергерой с вертикальным геймплеем. После этого, после Супермена. Супермен мог летать, а этот, типа, может там по стенам ползать. Ну, заявись, конечно, классно. Вот такое. Нет, слушайте, отличная игра. Чё вы ноете? Да просто... Это Марвел. И что? Марвел плохо. Marvel с чего ради-то интересно? В какой момент Марвел стало плохо? В общем, Марвел берет и объединяет концепцию супергероев в единое какое-то говнопространство. Вот я говорю, типа, сценарная импотенция. Я так понимаю, что эта игра не в Marvel Cinematic Universe, так что не волнуйся. Ну, да, пока еще не появился Человек-муравей, там женщина-пчела, там кто там еще у них есть, вот эти все люди там. Типа, пока они просто собрали всех суперзлодеев. Тора нет еще. Да, да. Ну, Тор, кстати, здесь был бы в тему. В плане, в Marvel Cinematic Universe там же Спайдермен состоит из одного фильма и потом умирает в следующем. Ну, вот и хорошо. В следующем году будет же фильм еще один. Ну да, ну пока. А это игра по-любому, это игра не в MCU. О, мистер Негатив, я слышал его имя. Так он был в прошлом трейлере. А да. Вы тоже интересный супергерой. Мне он, ой, суперзлодей. Мне он нравится. А я вообще его не знаю. Вечеринки. Я тоже первый раз увижу, но он крутой. Необычно. Да. Давайте убьем супер. И такие проблемы у людей, вообще пиздец. Ну, я бы их людьми не называл, ну ладно. Эй, по голове ногой ударили, ну уж сюда хрен. Ногами, да? Какой-то Dark Souls спайдерменов прям. I don't feel so good, Mr. Stark. Кажется, что это сон. Похоже, что это разборка какая-то на заднем дворе школы. С ногами в финале. Что? Мальчика в костюме спайдермена. Что сказал? Что сказал, я не услышал. Окей. Кто? Не знаю. Не, по-моему, просто сказал ты? Типа, не назвали кого? Это клиффхэнгер. Ну ладно, в общем, Спайдермен. И Iron Man. 9 из 10. Где мой дрим? Кстати, больше часа уже. Да будет. Опять? Так, стоп, о! Погодите. Не то видео включить. Это все? Не, ну подожди. А как же дрим здесь, действительно? Как же, блядь, ну, вам же показали. Доставочка. Может, это, кстати, в этом павильоне. Не, все, ладно, у Sony еще это, у Sony еще PSX, у Sony еще Tokyo Game Show, да, и Париж Games Week. Да. Все? А что там пишут? Sony проиграла. Я Games проиграла. Я Games лучший пока. And that's it, boys. That was the PlayStation E3 showcase. A lot to take in. Все? Это, блядь, все? Studios titles. We actually got a little more to share here. Coming right up, we're gonna have first live gameplay of Marvel Spider-Man right here, just a couple of minutes. Ну ясно, game to announce. We have some other stuff to talk about. А подожди, что он еще говорит, еще что-то будет анонсировать? Не, ну ладно, давайте как бы вспомним, что там анонсировали игру Remedy, анонсировали ремейк Resident Evil 2, анонсировали New Order 2. Что еще было нового? Control. Ну это я сказал, да. Вы видите, какие инклюзивные наушники и гарнитурка у афроамериканца? Все новые, розовые, хорошие игры. А у него коричневые, черные наушники. Ладно, хорошо. Всем спокойной ночи, дорогие друзья. Мы закончили. Увидимся завтра. Завтра запись на YouTube. Ставьте лайк и дизлайк, и как обычно. Стоп-стрим. Да.